такой фонтан. Здесь у нас гордо покрытые крошки, такой же полимер, здесь изменения, это такой сквер, это важно лобайте, вот это конструкция вот здесь на периметру выше уровня воздуха. Здесь есть, нет? У нас какие-то опасения здесь есть по части архитектуры? Да, нет. Здесь да, здесь больше. Да. В конструкции Пирогова мы получаем с завода. Первая партия приходит 5 августа. Мы начинаем же ее сразу монтировать. Фундамент у нас готов. Фундамент, сухой бассейн подготовлен. Тоже ведется уже монтаж оборудования. Начинается. Оно оплачено на них. Остаются работы по изменению и по плитке по мощению. Основные в этом году мы так в этом году у нас первый этап. Переходящий контракт, но вообще пока было. Значит, 93 миллиона в этом году у нас по плану. Следующий. Да, у нас точно уже там. У нас 177 там. Это по линии, я напомню, не региональные деньги конкретно. Это мы выиграли. Конкурс. Малые города, деньги, спасибо президентским грантам. Я по линии Ростуризма занимаюсь на Брежневе. Да. Но у меня какая просьба? Надо на каком-то этапе обязательно жителей активно привлекать уже даже на это, показывать, что получается. У нас корректиров никаких нет. Здесь идем пока все. Здесь идем как договаривались. Мы очень хорошо спроектировались все вместе. Да я помню, мы тогда много раз обсуждали с Нишемцами. Да. Хорошо. В плитке и не будет каких-то поперечных, загораживающих там клубов или что-то. Ну, чего бы вы так бы хотели? Это вы как раз, чтобы здесь не продувалось вот это все. Мы сделать... про это мы не будем сейчас обсуждать. Когда были обсуждения, обсуждалась в основном вот эта передняя зона от Волги продуваемости. Вот. Хотят конкретики, хотят сроков, что именно в этом году будет сделано. Есть ли надежда на денежные средства следующего года, да, и насколько, ну, я прям языком людей говорю, люди называют это руины, насколько, когда это закончится. Да, какие руины? Здесь ничего не делалось несколько десятилетий. Понятно. Руины были. Вы знаете как? Руины были. То, что вот это глаз, да, какой-то там просто обывателя, общественности, мы-то понимаем, что в Кенишну пришел проект. Естественно, освещать, администрация должна по максимуму людям все объяснять по-честному. Тем более, что о чем идет речь. В Кенишну и в других наших городах мы старались вместе эти решения принимать. Именно вместе. Вот в этом их соль. Потому что я помню самый первоначальный проект, он сильно изменился. Сильно изменился именно результатом встречи с кенишемцами. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это как раз, я надеюсь, понравится. Но я согласен с вами, и администрации Шемской надо, конечно, все это в деталях рассказывать. Честно расскажешь, когда что будет, как планируется. Это же, вы правильно говорите, мы сделаем, надо, чтобы это место зажило, чтобы оно органично вписывалось в Кинеш. Нам что навязывать? Кинеш – уникальный, красивый город Волжский. И здесь надо очень-очень аккуратно действовать. Поэтому я помню, что горячие споры были в самых нескольких времени участия. Вот особенность берега, там образуются земляные провалы и вспучивание земли. Директор театра вот не первый год уже всеми силами, они там подвозят землю, что-то трамбуют, что-то равняют. Она очень переживает, и вот мы собирались там в театре, она просила передать, чтобы специалисты прошли вокруг театра, посмотрели эту театральную площадь, потому что она непосредственно привязана к бульвару, и выход с театральной площади как раз на бульвар. Помню с вами. Надеюсь, корректировок не будет, хотя это было в прошлой жизни, теперь до коронавируса. Но мы же с вами в том числе претендуем на федеральный грант по преображению Кинешной Шу и более масштабный. Вы помните, мы это тоже обсуждали. И эта территория, насколько я помню, включена. Да, театральная площадь там шла. Но что надо сделать? Надо посмотреть. Я готов прямо сейчас доложить. Значит, проблемы эти две взаимосвязаны. Если были провалы грунта у театра, значит, они выходили где-то туда, на берег. Укрепив берег, мы ликвидируем эту проблему просадки грунту. И это еще дополнительно все исследуем. Именно эти места. И посмотрим, насколько достаточно мы усилили откос напротив театра.